Здравствуйте! В эфире программа журналистских расследований «Схемы». Это совместный проект Украинской службы радио «Свобода» и телеканала ЮА «Перший». Меня зовут Наталья Седлецкая. На этой неделе, пока в столице политические события несколько утихли, депутаты работают с избирателями, мы подготовили для вас несколько историй из украинских регионов. Чем живет Хмельницкий? Как одесситы борются с властями? Об этом далее в выпуске. Село Улашановка в Хмельницкой области может остаться без воды. Местные жители считают, что причина этой беды – активная добыча песка и глины в Славутском районе. Программа «Схемы» выяснила, что карьер отдали соратнику Юлии Тимошенко, Александру Скачелясу, который возглавляет партию «Батьковщина» в Хмельницкой области. О борьбе маленьких людей с большими и наоборот продолжит Евгений Солонина. Село Улашановка Славутского района в Хмельницкой области может стать зоной гуманитарной катастрофы. В сельских колодцах исчезает вода. Ее набирают осторожно по трети ведра, чтобы не поднимать ила. Жительница села Оксана Ищук распродала часть скота, потому что было нечем поить. О поливе сада и огорода женщина уже забыла. Здесь беда не только у меня, а и у всех по соседству, у кого колодец. У нас делать помпу – это очень дорого. Хуже всего ситуация на улице Школьной. У Бориса Верхогляда, который здесь живет, в колодце всего 20 сантиметров воды. Сейчас вообще упал уровень. И опять упал. Борис объясняет, что вода не исчезла только потому, что он с родственниками немного углубил колодец. Но ниже уже камни, поэтому неизвестно, удастся ли сделать колодец глубже, если вода опустится еще дальше, опасается крестьянин. Рядом с улицей Школьной примыкает к селу карьер, где песок и ценные глины, так называемые сапонитовые, начало добывать частное предприятие «Консталь». Коммерсанты дошли до глубины 7 метров и приостановились из-за протестов крестьян. Если добытчики углубятся еще хоть на метр в песок и глину, это окончательно нарушит баланс подземных вод, считают улашановцы. Часть местных жителей прямо связывает добычу песка и глины этой и другими фирмами в Славутском районе с существенным снижением уровня воды в их колодцах. Вода пропадает, потому что вырывают песок. Когда появляется карьер, вода не течет. Поэтому руководитель села предполагает, что в случае возобновления добычи песка и глины в селе снижение уровня воды будет неизбежно. Крупецкое месторождение песка и ценных глин сапонитов. Это те грунтовые воды, которые наполняют колодцы местных жителей. Из-за добычи уровень воды падает, и люди остаются без воды. Однако предприниматели не отказались от добычи, несмотря на угрозу оставить село без воды. Накануне Дня независимости, когда улашановцы готовились к празднику, частное предприятие «Консталь» завезло вагончики и охранников на территорию, где планировалась добыча. Протесты в селе продолжаются и дальше, доходит до блокировки дорог. Кто является владельцами этого бизнеса? ЧП «Консталь» принадлежит хмельничанам Сергею Душкевичу и Александру Скачелясу. Последний возглавляет всю областную организацию партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, заседает в горсовете и является заместителем председателя комитета по вопросам градостроительства, земельных отношений и охраны окружающей среды. При этом имеет большой бизнес в этой же сфере, застраивает жилыми массивами Подолье и Буковину. Законно ли получены все разрешения? Ведь такое решение должны согласовывать местные власти. Так, в 2012 году «Консталь» получил разрешение изучать и разрабатывать крупецкое месторождение от Государственной службы геологии и недр, возглавляемой тогда Олегом Проскуряковым, назначенным на должность Януковичем. Но еще требуется согласие местной общины. Улашановский сельсовет дал согласие, но только на изучение, а не на добычу, утверждают депутаты, которые тогда голосовали. Среди них нынешний председатель. Они взяли разрешение в сельсовете, но характерно, что голосовали исключительно за геологическое изучение. Сергей Душкевич сказал, сначала мы изучим, и если найдем там то, что нам нужно, обратимся к вам за разрешением на разработку. Но уже через год «Консталь» начал не просто изучать, но и добывать песок с месторождения. Прикрываясь решением сельсовета, в которое странным образом прокралась фраза об опытно-промышленной разработке, то есть и, собственно, добыче, за которую депутаты говорят, что не голосовали.
Об этом говорят все члены сельсовета того созыва, которых смогла увидеть наша съемочная группа. В итоге «Радио Свобода» получила копии письменных заявлений 10 из 15 депутатов сельсовета о том, что они позволили только изучение месторождения. Эти заявления привлекли к иску, который сельсовет подал против ЧП «Консталь». Суды продолжаются. Неужели решение банально сфальсифицировали за спиной у крестьян? На тот момент председатель сельсовета Дмитрий Семенюк объяснять эту ситуацию, по словам его жены, не имеет ни малейшего желания. Интересный момент. В описании месторождения говорится, добыча, возможно, не ближе, чем в 500 метрах от границы села. Но копать начали за 200 метров от сельской застройки и вплотную к автодороге. Получается, «Консталь», которым владеет политик и бизнесмен Скачеляс, начал копать карьер без большинства разрешительных документов, заявляет Сергей Лясоцкий. Он доказывает, что даже договора на аренду земли у добытчиков не было. Значит, предприниматели вывозили полезное ископаемое из села бесплатно. О разрешении на добычу мы расспросили директора «Консталь» Сергея Душкевича. Почему вы работали без аренды тогда? Ну, тогда работали без аренды. Смотрите, когда я получал специальное разрешение, вот оно. Такого не было в интернете. И люди с небольшим опытом, как я, получают разрешение, такое и работают. Я не знал, заплатил штраф. Какие вопросы? За то, что предприниматели вывезли из месторождения, по разным подсчетам, несколько тысяч тонн строительного песка, за риск исчезновения воды в колодцах людей они компенсировали ущерб государству. Заплатили два штрафа – 1800 и 1200 гривен. Душкевич утверждает, что раньше крестьяне не были против добычи, но потом все изменилось. По его мнению, из-за действий конкурентов в бизнесе, которые, мол, спонсируют протесты. Правда, имен он не называет. Да вы посмотрите в интернете. И там есть фирмы, которые продают, чтобы увидеть, кто имеет лицензии. Кто может претендовать на добычу или продажу полезных ископаемых вместо предприятия «Консталь»? Возможно, это компания «Юмжиагромин», которая владеет частью этого месторождения, но в соседнем селе Крупец. Владелец фирмы – олигарх Ренат Ахметов. Впрочем, добыча в селе Крупец сегодня так и не началась. Претендует ли предприятие Ахметова на все месторождение? И борется ли он с конкурентом с помощью протестов? Директор предприятия сказал по телефону, что проблема противостояния добытчиков и местных жителей в Славутском районе ему известна, но для интервью он не нашел времени. Но вернемся к Александру Скачелясу, который работает в местной власти именно в той сфере, в которой ведет бизнес. Никакого конфликта интересов Скачеляс в этом не видит. Я заместитель этого комитета. Поскольку совет переформатировался, депутаты этого комитета решили. Моего опыта будет более чем достаточно на случай, если не будет председателя комиссии, чтобы провести заседание. Впрочем, есть вопросы к законности не только карьера Скачеляса, но и тех зданий, для которых использовался улашановский песок. Часть из них стала объектом судебных споров. Одна из причин – особенности оформления земли под застройку без аукционов и рыночной арендной платы, из-за чего теряет средства местная община. Они строили по схемам суперфиц. Абсолютно все земельные участки должны выставляться на аукцион. Город за них должен получить живые деньги. В обход этого закон позволяет городской власти отдать земельный участок самому себе, то есть своему управлению или своему коммунальному предприятию. Они без проблем получали право строить от имени коммунальных предприятий и управлений дома в их пользу. Они нашли общий язык с новой властью, с новым мэром, то есть проблем нет. Хмельничанин Скачеляс не просто важный член партии «Батьківщина». В начале года Юлия Тимошенко лично приехала в Хмельницкий, чтобы представить его как руководителя областной организации. В местной партийной организации нам не на камеру рассказали, что Скачеляс помогает партии Тимошенко финансово. Руководители местной власти не видят ничего противозаконного в том, что один из руководителей строительного и земельного комитета Хмельницкого горсовета имеет бизнес в этой области. Если здесь коррупционная составляющая, они предлагают разбираться судам, НАБУ, НЗК и антикоррупционной прокуратуре. Так считает, в частности, первый заместитель председателя Хмельницкой облгосадминистрации Владимир Кальниченко. После получения решения суда, экспертизы, нужно провести круглый стол. Если будет экспертный вывод о том, что добыча угрожает селу, я лично стану на сторону селян.
Что касается проблемы воды в Улашановке, Кальниченко предлагает не столько блокировать разработку местных месторождений, сколько позаботиться о водопроводе и скважинах для селян. А председатель Славутской райгосадминистрации Владимир Маршук предлагает решать проблему после экспертизы или когда добыча приведет к исчезновению воды. И призывает предпринимателя и селян действовать в правовом поле. В судебном порядке люди должны двигаться дальше в этом направлении. О пользовании лицензией и свидетельствами добычи песка и ископаемых частным предприятием «Консталь». Александр Скачеляс со своей стороны считает, что проблему водоснабжения должен решать не столько «Консталь», сколько сельский совет, который имеет на это бюджетные средства. Это не только моя проблема, а проблема всех предприятий, работающих в районе. Есть вариант создать сеть водоснабжения как альтернативу. Мы в 21 веке живем, о каких колодцах мы говорим? И что это за сельский председатель, который не может провести переговоры, заключить с предприятием социальное соглашение, выторговать для села какие-то плюсы? Впрочем, главе Улашановского сельсовета Сергею Лясоцкому катастрофически не хватает времени, чтобы заниматься водоснабжением села и вообще любыми вопросами, которые в его компетенции. Его регулярно вызывают на допросы, следователи изымают документы сельского совета, потому что фирма Скачеляса инициировала уголовное дело о препятствовании своему бизнесу. ИК «Одесса». Исторический дом в центре города пострадал от действий семьи местного прокурора, бывшего, но влиятельного. Настолько, что получил целую мансарду исторического одесского дома бесплатно, в подарок от жителей. Вот только сами жители говорят, что их подписи под таким подарком поддельные. Тем не менее, мансарда общего доступа уже превратилась в 8 жилых квартир. Двухкомнатную сейчас продают за почти 75 тысяч долларов. Одесская история от Александра Волошина. Волшебная Одесса притягивает и манит украинцев во все времена года. Но красота и колорит Одессы постоянно страдает от вечной жажды обогащения ее руководителей. Теперь это город, где из исторических кварталов торчат уродливые высотки, а побережье усеяно строительными кранами. Пересечение улиц Екатерининской и Жуковского, доходный дом архитектора Чернигова. Памятник истории, архитектуры и градостроительства с элементами архитектуры Северной Европы и Египта, украшенный барельефами итальянского скульптора Паолини. Ему больше 100 лет. Сейчас это жилой дом, который потерял свою самобытность после того, как им заинтересовалась семья украинского прокурора. Поселился в нашем доме, получил служебную квартиру. Трунов Юрий Николаевич. Получил он 3 комнаты. Как раз вот над этой квартирой, в коммунальной квартире. Постепенно вся квартира перешла к нему. Это больше 160 квадратных метров. Но ему показалось этого мало. И он, не предупредив никого, захватил помещение, чердачное помещение. Юрий Трунов долгое время был прокурором города Одесса и заместителем прокурора всей Одесской области. Чердаком исторического дома он заинтересовался в 2007 году. Тогда в доме провели реконструкцию, а чердак превратили в 8 отдельных квартир площадью 540 квадратных метров. В соответствующих решениях суда зафиксировано, что якобы сами жители дома в 2007 и 2008 годах добровольно и бесплатно отдали эти 540 квадратов сыну тогда еще прокурора Одессы Юрия Трунова Николаю. И все бы ничего, но сами жители уверяют, никаких документов о передаче чердака не подписывали. Он сделал документы, по которым жильцы дома, всего дома, в том числе и моя семья, и я, дали разрешение на бесплатную приватизацию
чердачного помещения, и эти документы были заверены работниками РЭК. По словам жителей, семья Трунова начала самовольно перестраивать чердак в 2008 году, впоследствии чего чиновники из Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета установили, что строительные работы ведутся без разрешения инспекции архитектурно-строительного контроля в Одесской области, и на время строители исчезли. Но в 2012 году снова начались активные ремонтные работы. На чердаке уже 8 лет ведутся какие-то работы. Какие, откуда, мы как бы не в курсе. И только вот Диана показала нам документы, в которых подделаны подписи. Диана – дочь одной из жительниц дома-памятника. Я нашла дело, судебное решение. Да, и оказалось, что судебное решение в пользу Трунова было выдано на основании заявлений жителей. Мне рассказывали судья, она как бы является другом Трунова. Я знаю, что ЖЭК помогал в получении подписей и предоставлении данных. И я думаю, что ГАЗК имеет прямое отношение тоже к этому, потому что через какое-то время они получили разрешению. А вот копия заявлений жителей из судебного дела, в котором зафиксированы якобы их подписи. Для наглядного подтверждения ложности этих подписей жители оставили свой автограф красным. Мы обратились к Одесской архстроинспекции, которая контролирует строителей и может привлечь нарушителей к ответственности. Там заявили, что в 2008 году работы выполняли неизвестные, которых связали с прокурором Труновым и которые удачно обходили проверки. Во время проверки владельцы скрывались, то есть их кто-то грамотно проконсультировал, что при выезде инспекторов не надо выходить. Так, по данным из реестра прав на недвижимое имущество, сегодня новыми официальными владельцами чердака являются Виталий Тамарцев, Дмитрий Василенко и Михаил Луценко. Но сегодня в доме продают не чердак, а 8 квартир. Двухкомнатная стоит почти 2 миллиона гривен. При этом новые владельцы, выставив на продажу квартиры, фактически распоряжаются имуществом, которое сами получили в подарок. Неужели прокурорская семья просто переоформила имущество на тройку малоизвестных людей, чтобы отвлечь внимание от себя? Мы попытались дозвониться троим владельцам 540 квадратных метров недвижимости в центре Одессы. Но мобильные Василенко и Луценко не обслуживаются операторами. А вместо Виталия Тамарцева поднял трубку совсем не причастный к этому делу человек. Виталий Николаевич? Кто? Виталий Николаевич? Нет. Извините, а вы вообще связаны как-то с Одессой и домом Екатерининской 35? Друг, я вообще с Одессой не связан. Я с Борисполя, в Киевской области. Кроме семьи самого прокурора и тройки псевдоновых владельцев, очень много вопросов остается контролирующим органам. Ведь, по сути, не просто на их глазах, а при их содействии. Историческая мансарда через фальсификацию отошла в частные руки и была превращена в коммерческую недвижимость. В 2014 году также было подано в Госстроинспекцию Украины декларацию о готовности. То есть в Киеве? Да, в Киеве, о готовности объекта к эксплуатации. Самое главное, что данный объект является памятником архитектуры четвертой категории сложности. А декларацию зарегистрировали по третьей категории. То есть здесь мы уже видим, что есть недостоверно представлены данные. Но отменить декларацию можно тоже только в присутствии нарушителя. Действительно, согласно постановлению Кабмина, если есть риск потери объектов культурного наследия местного значения, категория сложности объектов строительства определяется как четвертая. Почему же в офисе ГАЗКа выдали документы, противоречащие законодательству Украины? В столице объяснили, что декларации регистрировали под честное слово владельцев. Заказчикам и проектировщикам занижена категория субъекта с 4 до 3. Но опять-таки мы не имели основания для отказа в регистрации декларации. Сейчас ответственность за декларацию несет исключительно заказчик. Документы, которые касаются домов-памятников, хранятся в так называемых управлениях культнаследия. Там отмечают, реконструкция чердака незаконна. В декларации, прежде всего, написано, что это реконструкция законодательства. Это суперечит законодавству. Неужели местной власти безразлично то, как выглядит исторический центр курортного города? Коммунальное предприятие ЖКС «Портофранковский»
Согласно ответу Приморской райгосадминистрации, тоже обязана контролировать, чтобы чердак самовольно не застраивали. Мы обратились и туда. Здание. Мы занимаемся этим. Можно в ГАЗ обратиться, они контролируют строительство. Мы только вот видим, сообщаем, очень ничего. Ну, комментировать, если я не занимаюсь этим. Хорошо, доточивать. Вот вы узнали, что здесь незаконная стройка. Что вы делаете? Куда вы? Чердак передарен, новых владельцев нет, декларации не соответствуют законодательству, а строительные документы не утверждены в компетентных органах. Из-за сделки с домом-памятником пострадали и жильцы дома, и город. Жительница Диана рассказала, что она уже обратилась в полицию. Открыто два уголовных производства по подделке документов и причинению материального ущерба. Был сильный поток, и тепло налетели прощиты, и вот это все желтое, это недавние следы от потопа. И это уже как бы при том, что они закончили работы практически строительные. Жители дома во всем обвиняют Юрия Трунова. Его сын на телефонный звонок так и не ответил, а вот экс-прокурор Одессы и Одесской области Юрий Трунов, который живет вот в этом особняке под Одессой, все же предоставил комментарий. Нет, так подождите, подождите. Юрий Николаевич, мы наоборот хотим, мы сейчас хотим получить, чтобы вы сказали нет. Мне 100 лет ничего не надо, ничего не сделал. Я вам объясню, подождите, подождите. Открыто два уголовных производства. Не будь дым этих уголовных. Ну я вам... Так я вам объясню, подождите. Вас обвиняют в подделке подписи. Мне плевать на кого. Так вы понимаете, есть подтверждение. Архитектурно-строительная комиссия. Мне плевать на все. Незаконная стройка, Екатерининская, 35. Скрыть, просто скрыть, нет и все. Мне плевать на это. Правоохранители проводят досудебное расследование. Жители дома ждут, что права на чердак им вернут. Но, вспоминая о прокурорской деятельности Юрия Трунова, уже почти ни на что не надеются. Мы уже готовим для вас новые истории. Смотрите в следующих выпусках. Киев. Древний город. Более 3000 памятников. Сокровищ украинской истории. Истории, которая разрушается на глазах. Он уже почти 20 лет как пустует, и это памятник. Почему исчезают исторические дома города? Это дом моего прадедушки и прабабушки. Новые коммерческие владельцы общего исторического наследия. Может ли повлиять власть на недобросовестных покупателей культурного наследия? И кто туда вправе вмешиваться? Никто. Кто и для чего выкупает бесценные дома, которые быстро превращаются в груду камней под снос? Их намеренно забрасывают, они находятся в запущенном состоянии. И впоследствии эти дома или сносят, или превращают в нечто непонятное с настройкой в 50 этажей. 50 поверхов. Некоторые памятники теряют свой статус неприкосновенных. Его исключили из реестра памятников. Они больше не нужны государству. За них борются только киевляне. Под предлогом ремонта на самом деле разрушали дом. Схемы разыскивают новых владельцев старой истории, чтобы спросить об их планах. Наша позиция – это значит, не Ельбанкинска. Время идет. Достопримечательности пустуют и разрушаются. Вы заключали охранный договор на него? Охранный договор? Сейчас это очень тяжелое время для исторических домов, которые еще есть в Киеве. Кому принадлежит украинская история? Смотрите в следующих выпусках программы «Схемы». На сегодня это все. С вами была программа «Схемы». Это совместный проект Украинской службы «Радио Свобода» и телеканала «ЮА Перший». Встретимся ровно через неделю. Удачи!